Сес контроль, сес контроль. Вот так мы работаем, работаем, да. Всем привет, друзья мои. Сейчас поделюсь с вами, что я купила. Только что пришли. С города приехали. И купила я себе 6 пар колготок. Блестящие, не блестящие, черные, бежевые, 6 пар, потому что они пригодятся. И очень много сделала чего. Также купила себе для моей новой обуви такой спрей, пену. Сказали, это пенный очиститель. Сейчас много чего из Yves Rocher. Купила себе для душа. Ну вот зря я не взяла с этой насадкой. Шампунь не заканчивается, так что купила мои любимые шампуни, а также бальзам. Так. Я из-за того, что я очень много чего купила, мне тут дали и подарки. Вы это видели в моем видео. Как мне дарили. Моей мечтой было приобрести из этой серии Genesis эликсир для лица и ночной крем. У меня дневной был, я купила. Они стоят 300 лир каждая. Там мне со скидкой сделали на в честь моего дня рождения. Ну, не знаю я сейчас, что тут сделали. Подарки тут разные. Вот такой вот взяла дезодор, мне очень понравился. Очень много чего подарков сделали мне. Так, купила я вот такую румяну от Yves Rocher. И купила вот гигиеническую помаду. Ой, надо сохнуть. Купила я вот такую помаду. Я очень довольна этой. Посмотрим, какая она. Ашкема сейчас отправила на базар, потому что сама была не в состоянии. Очень устала. Ой, эти ногти мои мне уже мешают. В следующий раз их обязательно обстригу. Не получается. Я даже не могу застегнуть блузку. Мне сегодня Ашкем застегивал пуговицы. Не могу расстегнуть, но вот такой взяла красивый оттенок. И вот то, что я купила очень много на большую сумму. Такие шампуни нам дали. Два мужских, два женских. А также я взяла маску для лица, попробую. Для моей сухой кожи. Вот такие вот маленькие дали подарочки. Даже не знаю, что это. Ночной крем дали. И вот два крема в сумочку положить. В дорогу очень выгодно. А также дали, подарили мне маску для волос. Для моих волос. В общем, очень много чего. Сейчас посмотрим чек, на какую сумму. Мне говорят, скидки, скидки, скидки. Смотрите, тут сумма около 600 лир. Ну, а скидки сделали, наверное, 100. А, вот. 644 и 605. Ого. 605 и 644. 1200. На 1200 лир. Вот, посмотрите, такой чек огромный. Ну и, соответственно, сделали скидки нам.
и еще много подарков. Вот, посмотрите, мои дорогие. Все, я сейчас обеспечена уходом. Обеспечена уходом, ночными кремами, масками, различными шампунями, помада. Помада упала. В общем, вот так вот я сегодня отоварилась. Друзья мои, Ашкем пришел с базара. Сделал такие закупки. Я сказала, что мы перешли на грибы. Полкило я таких взял и полкило, посмотрите, вот таких вешенок. Они по 13 лир. Хурму взял 17 лир. Посмотрите, какая красивая клубника. Обалдеть, посмотрите на эту красавицу. А ну-ка попробую понюхаю. Обалденная. Ну посмотрите, какая красота. Это стоит 15 лир. Эти по 7 лир. Черри. Мандарина 4. Зелень не знаю, огурцы не знаю, помидоры не знаю. По 2 лиры у нас грейпфрукты и 4 лиры вашингтоны. Мы зашли в этот, взяли хлебушек по мелочам. Крема. Я буду сейчас делать жульен наконец-то. Смотрите, что я кушаю. Я так проголодалась. Попробовала свою рыбку. Ашкам отказался. Главное, выпила сначала молоко, а потом ем и рыбу. И решила использовать масло сливочное. Свежее купили. Упаковку уже выбросила. Готовлю быстро джулен, потому что муж проголодался. Ну вот все, по-моему, такой у нас сегодня день. Покажу еще что-нибудь интересное, если приготовлю. Всем привет, друзья мои! Преддверие старого Нового года! Светлана решила из этого теста, вот из этого, помните, у меня осталось, оказывается, два кусочка. Я же новая. Сейчас Ашкему на завтрак я приготовлю такие, сделаю как пирожки мини. Они в масле прожарю, и он сейчас их съест. Ну, а я кое-что готовлю на ужин. Замариновала мясо. Уже сейчас хочу приготовить бюрек, чтобы не испортилось. И хочу сделать шубу. Чуть-чуть только для себя. Потому что я знаю, что моему мужу это не понравится. Но я должна же покайфовать тоже, не так ли? Вот, готовлю завтрак. И до новых встреч! Кто-то из вас опять скажет, опять она готовит. Ну сколько они могут кушать? Кушают, кушают все. Ну а как не кушать, друзья мои? Старый Новый год приближается. Вот я и готовлю. Надо же как-то по-человечески отметить. Почему я не в духовке, не на гриле? Потому что там у меня бюрек печется. А сейчас я мясо пережарила с двух сторон. Вот здесь картошку положила ее. И сверху накрою фольгой. Опять это Светлана и Эндер. Все кушают и кушают. Ну, решила вот так сегодня приготовить. Поздно мы будем садиться. Ну, а после праздников уже опять на разгрузочные дни, не так ли? Решила все мясо приготовить, чтобы не возиться несколько дней. А здесь запекается бюрек. Я его приготовила заранее. Сейчас положила в духовку. И приготовлю салат. Вчера читала ваши сообщения, комментарии. И знаете что, друзья мои? Там одна моя подписчица сказала, что у меня так красиво получается петь. И говорит, запишите песню. Дай Бог вам здоровья, моя лапуля. Сейчас для вас я спою песню. Happy birthday to you. Ашкем, радуйся. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Посмотрите, как он тащится.
Мое пение нравится только Ашкему. Прошу вас, простите меня, не судите строго. Хотя столько было вчера комментариев негативных. Ну ничего, дай бог вам здоровья, кто пишет негатив. А мы сейчас отмечаем с Ашкемом старый Новый год. Не знаю, что получилось. У меня такая еда, и снова мы кушаем. Все, пошла я кушать. Вот так мы отмечаем старый Новый год. Бокалом пива. Наелись, напились и сидим, смотрим фильм. Всех поздравляю с старым Новым годом, друзья мои. Желаю исполнения всех желаний. Здоровья вам, счастья. Всего самого прекрасного и хорошего. И вот наступил старый Новый год. Всех с праздником, друзья мои. Желаю в этом году исполнения всех ваших желаний, хорошего настроения, крепкого здоровья, достатка, благополучия, мира в ваших сердцах, в ваших семьях, мирного неба над головой. С вами была Светлана Ата. Мы сегодня как-то празднуем скромненько так. Ну, потому что, наверное, уже устали от праздников, от еды, вкусно покушали. И хочу отдохнуть в этот Новый год. Сейчас, может, посмотрим концерт с Сашкой и ляжем спать. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.